Мы уже не раз информировали вас, уважаемые телезрители, о том, как идет в нашем районе выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Его большое преимущество – доступность для всех возрастных категорий, начиная с самого юного возраста. Около 100 первоклассников из 4-го лицея пришли в спорткомплекс «Лидер», чтобы выполнить нормативы ГТО и получить заветный значок. Ребята с первого класса дружат с физической культурой и были настроены очень серьезно. Нам очень нравится заниматься физкультурой. Мы в первый раз даем ГТО. Это хороший спорт. Нам всегда нравится на это ходить. Это очень полезно. Я занимаюсь балетом. Мне очень нравится физкультура. Я хочу быть в хорошей физической форме. Физкультура – это мой самый любимый предмет. Я люблю бегать, я люблю прыгать, я люблю играть в футбол. И я надеюсь, что я получу золотой значок ГТО. В современном спорткомплексе есть все условия для успешного выполнения нормативов. Челночный бег, упражнения на гибкость, прыжки с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине – все это учащиеся делали с энтузиазмом. На трибунах за спортивными успехами ребят наблюдали их родители. Я очень рада, что наши ребята, не только мой сын, но и вся школа, 4-й лицей представляем сегодня, что они занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни. Помогали раскрыться способностям учащихся волонтеры и опытные судьи. Ребята хорошо понимают, что для выполнения нормативов ГТО на значок высшего достоинства нужно заниматься физкультурой. И чем раньше начинать это делать, тем лучше. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Георгий Калинин. Программа «События».